Улан-Удэ в этом году будет еще зеленее. Только 10 миллионов рублей из 15, выделенных городской казной на озеленение, уйдет на цветочное оформление на общей площади 10 тысяч квадратных метров. Высаживают яркие и неприхотливые календулы и бархатцы по городу и сегодня. Площадь Советов, гостеприимная Бурятия. В первую очередь попал не только видный всем центр города, но и другие районы. Работы по высадке цветов продолжатся до середины июня. А сегодня зеленые насаждения вырастают в парках и скверах. Город нас стал преображаться. Вообще с каждым годом все больше зелени, больше цветов. Особенно сейчас у нас, видите, как хорошо здесь стало вообще. Я в Чите бывала, а здесь у нас намного зеленее. Очень красиво. Очень нравится вообще. Оформление хорошее. Не только красивое оформление. В работы по озеленению входят и кошение травы вдоль магистралей, и полив газонов, и стрижка живых изгородей. Они в каждом районе Улан-Удэ сегодня протянулись на площади около 30 километров. Буквально с завтрашнего дня у нас начнется стрижка живой изгороди вдоль магистральных улиц. У нас не только к юбилею как бы приурочено озеленение города, у нас в целом как бы запланированы мероприятия, и с каждым годом мы все-таки улучшаем. Но красота города зависит не только от работников городского хозяйства. Улучшить Улан-Удэ может каждый. Уже сегодня эти улучшения заметны потому, как облагораживают и озеленяют свои прилегающие территории местные предприниматели и просто неравнодушные улан-удэнцы. Мария Латышева, Евгений Павлов. Новости дня.